Зайдя на сервер, я даже и не представлял, что меня будет ждать. Ведь это Растория Йоумейн, самый хардкорный сервер. Но я встретил клан BZZ. Мой старый, добрый, интернациональный клан. И в этот момент я понял, что меня будет ждать лютейший контент. А еще у нас быстро появился клан противников под названием GIA. И мы стабильно отправляли им подарочки на территорию. I kill one! I did? Yeah, I killed him! И будем честны, мы им не особо нравились. И вот, собравшись с мыслями и силами, в одну прекрасную ночь мы решили попытаться уничтожить этот клан. Ну а чтобы оказаться здесь, мы должны были пройти огромнейший путь. И начнем мы с самого начала. Ну вот, как только вы поставите лайк. Вы уже поставили? А сейчас? Все, теперь верю. Погнали к просмотру. Как я и говорил ранее, все началось сразу же после вайпа. Я заспавнился на пляже и побежал искать приключения. О, я вижу бомжей. Why you killed naked, guy? Okay, 1, 2, 3. Good luck! Have a nice vibe, brother! Fuck you! После вайпа делать на бомже спавне абсолютно нечего, поэтому я побежал как можно быстрее к центру карты. И наткнулся на них, на клан BZZ. Ух ты, новый олень! Oh my god! Hello, can you wave me, bro? Can you wave, please? BZZ, hello, my friend, I love you. Say Tarmac hello from Papa Cheese, man. Hello, BZZ friend. Hello, BZZ friend. Oh my god. Именно oh my god, вы просто посмотрите, сколько их человек было в клане. Move your ass, Tarmac. Yeah, hello, Cheesy. Where are you, Cheesy? Outpost. You come H15. Я добежал до супермаркета и стал их ждать, пока они ко мне прибегут. Yo, gang life, yes, brother. Gang life, stop right there. Как я давно с ними не играл, реально. Все в этом клане хотели есть. И я в том числе, поэтому я был всегда на готове сбереть мясо из их костра. Ходят слухи, что он до сих пор пытается пожарить мясо. Как только мы отъелись, мы сразу же побежали лутать метро, так как это самое зажиточное место после глобал вайпа. Что? Я нашел лестницу с бота? Серьезно? Hey, don't die to these guys. И после зачистки мы решили сгонять переработаться на Train Yard. Но здесь нас ожидала засада. Hit Kazi more. Kazi is dead. I'm down. One guy. Two times. Three times. Two dead. Two dead. Спустя некоторое время я все-таки добежал до места назначения, и мы решили отстроить свой первый домик. Но не тут-то было. У нас появились соседи, которые тоже решили отстроиться в этом же месте. Hello, I'm friendly, guys. What are you doing? Амогус. И эти ребята были явно враждебно настроены. I am naked, please, man! У меня есть план. А мой план был такой. У них была всего одна дверь, которая открывалась с помощью кодлока. И одна дверь была постоянно открыта. То есть я мог забежать и поставить свой замок на их шкаф. Но для этого мне нужно было выждать подходящий момент. Вы кто такие? Я вас не звал! Идите нахуй!
Tarmac, Tarmac. I'm destroy neighbors. What? I'm destroy neighbors, TC. Papa already made a play. It's fucking going deep right now, I good to see. Hello, this is my base right now. If you want something, just tell me. Thanks for farm, brother. Я забрал вражеский шкаф, и мне оставалось только выдолбиться, чтобы засейвить этот лут. А еще меня пытались многие обмануть, притворившись своим, и прыгали, как делали мы. Но меня обмануть не так-то уж и просто. Hello, it's you, my friend, it's you. It's you, my friend. Man, friendly friend. Yeah, it was. Когда Tarmac со своей группой пришли к нашему дому, у нас появились первые пушки, так как они наутали огромное количество скрапа. А еще впритык к нам построился тот самый клан Джия. I think this guy coming in metro station right now. А еще мы все время зачищали метро и вытаскивали оттуда просто горы лута. Это был Global Vibe, но уже спустя 20 минут мы могли позволить себе поставить МВК двери, так как мы жили возле милитарки. Наш домик постепенно расширялся, ведь если бы мы немножечко не успели обустроить дом, нас бы зарейдили. А еще я решил построить мостик к нашим соседям. Ну и конечно же я решил попробовать поймать клановых фармил. Sheesh, man. Ну а еще с ними у нас была постоянная война за милитари Танова. Hit him 3 times, I'm out of ammo. I'm with sus. 1 3 times. I come with 9mm ammo from base. I'm one dead. Take your gun, it's on the ground. I have one more shot, literally. I have one more shot. Car is above the hill. Yo, does anyone have pistol bullets? Ну и поначалу у нас развивалось все довольно неплохо, пока мы не вышли спать. Зайдя на следующий день, Tarmac сказал мне то, что нас зарейдили. Tarmac вернул базу обратно, но ресурсов у нас было уже не так много, как в первый день. И у нас появилась главная цель на вайп — клан Джия. Эй, чоколад, мэн. Yes. I'm gonna go roam, guys, okay? Have fun, bye. Oh, you shit, piece of shit. Буквально за одну ночь наши соседи отстроили вот такую махину. GIA is big base? No, the small, tiny group. How many guys have this base? 20 minutes. Я так понимаю, с этим кланом у нас будет жесткая война. Они нас выселили в офлайне, мы даже домик достроить не успели. И постоянно, когда мы пытались немножечко пофармить, мы встречали фермеров. You killed him? One more dead. Yeah, there's only 2 of us. Where did you... Okay. Oh, Jackhammer. Nice. Go speak Chinese right now. Tonima, Tonima B. Konnichiwa. It's Japanese, fucking greeter. Which one? Konnichiwa, it's oh, really? Japanese. One time I was having sex with a Chinese girl and I said Konnichiwa. And that's why she ran away. Темп развития был просто нереально интенсивным, но мы все равно не успевали за нашими соседями Джия. This guy come back right now, I see this scrap heli. Oh my god. Where? Yeah. We can boom scrap heli in base GR. Yeah, I'm gonna do that. Все время Джия летали на клановом коптере, и мы решили это исправить, и взяли скоростные ракетки.
3, 2, don't get 1. Beamed. Oh my god, you missed. I kill one! I could? Yeah, I killed him! One more! Shoot him, please! Boo! Did you blow up? Bye-bye, Scrap Kelly! Bye-bye, Scrap Kelly! Guys, this is in shot. 3, 2, 1, go. Естественно, клану GI это не нравилось, но нам было весело. I don't have zero. Oh my fucking god. That shot me. Turbo, pick me up! Lol, he dies. Pick me up! И после того, как мы уничтожили у них корову, они начали бегать пешочком. Пока клановые игроки фармили, мы летали на коптере и искали добычу. Jump, okay? Okay. Okay. Kill them. Dota. Nice. Quickly, Lou, I'm gonna pick you up. Dota. Very fast, I'm gonna get on the roof. Пока там Тармак развлекается с базой, вечно обустраивает что-то, пойду-ка я попробую что-нибудь украсть у одного интересного клана. Я не знаю, получится у меня, не получится, но там есть печка. Но, к сожалению, воровать ресурсы у кланов получалось не всегда. Ну а потом я вовсе решил поставить шкафчики возле клана Джия. Где дерево? Сейчас я шкафчик. Забабахаю. Я замерзну, но шкаф я сюда воткну. Ну а потом я решил влепить им еще один шкафчик напротив другого входа. Hello? Hello, hello? Плюс шкафчики. Хеликоптер, патруль коптер. Guys, say боевой вертолет. Боевой вертолет? Yes, it's a patrol heli. Say ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это вертолет. Хит, I'm hit him. I'm dead. Oh! Noob Tarmac. Hell is dead. Nice! Hell is dead close to us. Hell is dead close to us, guys. И за этот вертолет началась поистине лютейшая война. Move your ass! Шевели бульками! Шевели бульками right now! Get on the roof, like, this is right outside our base, if they take it, that's embarrassing. On me! I'm wolf on me! One dead, five no meds. Pick me up, emoji, pick me up, one stop more picking. Dead, one more dead, right side dead. Heal me. I had wolves on me. Where is that? I think they're ghosting, I don't know. One dead. One full dead. One AK full dead. One dead. Not one. One more. And there's one far further back. One more dead. There's no more here. There's some further down, but no more here. One dead.
I'm dead. Four guys pushing you. I killed one. I need some. I'm getting fucking bolted. LOL, we suck. I'm dead. There's no point, we have no meds. Yep. И этот вертолет мы, к сожалению, отбить не смогли. Пока клан GR идет вот эту базу, мы решили реализовать наш план. Взорвать у них первые двери и стащить ресурсы с их домика. One turret and behave everything. One turret and behave. I'm taking box of stone. Seven incendiary. Broken. No. Wait. I go inside. I'm inside. Can you revive me? Yeah, put turret inside. No problem. I hear. I'm in safe. There's a lot of stuff. I'm dead by hold, we just need to hold. I'm dead. I'm saving them too. Covering them too. Go. One dead, okay, dead. Right side. One more. Two hits, two times. Kill them! I killed them! Go! But two red is here! Go bite! High quality! Go bite! Let's go! I'm inside! You need to loot my body, someone here. I'm inside right now! He killed you? Yeah, it's still on shit angle. Kill them! Delta, go bite! They're going to be here really soon. I'm here, I'm inside! Loot and go, fast! I'm inside more! Тут я словил просто шикарнейший тайминг и откис. Но меня это ни капли не расстроило, ведь мы утащили оттуда самое главное — пулемет. Клан же я очень обрадовался тому, что мы украли у них пулемет. Ну прям очень. No. IQ Heli! Guys! Where? IQ 2! А потом я увидел, что они снова купили корову, и я снова решил ее бахнуть. Bye-bye, Scrap Heli, bitch! No, this guy's so bad! This guy's so bad! I'm alive, I'm dead! И вот вы просто не представляете, как же сильно у них горело. Нифига себе, они салютуют. Красиво устраивают. Мы такой же салют пустим, когда вас вынесем. Я только что придумал, чем я могу заняться. Для клана соседей я решил оставить послание, которое они будут видеть со своей вышки. О, отлично выглядит. GSAC пенис веселый смайл. И чтоб вы понимали, какие сумасшедшие кланы играют на этом сервере, просто взгляните на эту базу. Это официальный сервер, понимаете? И я, когда вижу такие дома, мне сразу же хочется туда попасть и что-нибудь оттуда украсть. Но с первого раза украсть оттуда ничего не получилось, так как сервер залагал. И я откис?
Потом я наконец решил изучить скоростную ракету и ракетницу, чтобы и я тоже мог это крафтить, а не ждать постоянно Тармака. Зато теперь не надо будет просить Тармака, чтобы он мне все это крафтил. Тем временем Тармак готовился к рейду и расширял наш домик как можно больше. Тармак, Тармак. Look at me, Тармак. What are you doing? Why are you build shit again? Tell me. Тармак, Тармак. I say your base is shit. beautiful base, beautiful, not shit. But you have small pee-pee because you French. I have Asian, I have Chinese pee-pee. Chinese pee-pee is so small, brother. Yes, yes. So small. My pee-pee is so small. Пойду, пока Тармак занимается своими делами, попробую залезть все-таки к этим пацикам на воде. По-любому там можно что-то утащить, я в этом уверен. Тем более я взял помпик, лестницы. И вообще все по кайфу. One guy in tower, one guy in tower. Tower us, what the fuck? This guy raided us. Как оказалось, пока мы занимались своими делами, кто-то решил бахнуть нашу вышку, в которой было очень много лута. He's so bad. He didn't kill me. What? I killed him. I killed him. Yeah, he's ladder here. No. He hated me. Not when they were just not there. There were just no one. DB inside. DB deep inside. I'm dead three times. My god, bro, what do you mean? I had to push! Why you. Wait, Papa, wait for me. Wait. But I go from at the top. I killed him! Yeah, exactly. We had numbers. He's a DB. He had to reload. I killed him. But there was like the shells were like. It's okay. Empty. We can come inside. I'm alive. DB dead. Okay, good. One more coming from far. I see. Nice. И вот вы не поверите, кто к нам приходил. К нам приходила эта база с воды. Та самая база, которую я хотел обокрасть. Сейчас будет ночь, я смогу отсюда убежать, наверное. Ну хоть удрать оттуда смог, потому что челики просто убил одного, выскочило еще 50. Неподалеку от той огромной базы, с кем я воевал, у нас стояла кибитка для фармы. И угадайте, что они начали делать? Правильно, рейдить кибитку для фармы. One more date, four times. One more date. Okay, and wait. Okay, Aiko's headshot. One more dead? I spit him though. I'm dead. Oh, I'm dead. I see too many nakeds. Nakeds is us or not? Yeah, I'm a naked. I kill Hazi, you can loot this. I'm gonna go loot. Oh my god, you see? They're about to get raided. It's seven guys! They're building a base! They're gonna get raided, look! Oh yeah, they're raiding! И в тот самый момент, пока они рейдили нашу кибитку, их пришли рейдить клан Жия. This is fucking epic, guys! Мы можем с лестницами ворваться, попробовать у них что-то отжать. Я к ним поплыл туда. Ну и конечно же такую движуху пройти мимо я просто так не мог, вы ж меня знаете. Я припрятал кое-какие ресурсики и решил ворваться в этот замес.
Этот замес продолжался очень долго, и я не терял надежду что-нибудь урвать с этого файтика. Аки Ван! О, щит! I'm loot, okay? No! One guy chasing me! I'm inside China wall. He's dropping down into right now. Oh, the fucking. I killed him. The naked? I'm running. Yeah, I kill one. I'm inside base. One more naked. Are you inside the base? Fucking grenade! Just yeah, you do. Hold their like door from the raid base. Kill three! Nice. Я внутри, где ты? Я слева, беги налево сразу, забегаешь и налево. Хорошо. А, я умер. I'm dead. Let me run in. AK guy dead. One AK guy dead. Oh shit, three guys watching me. Воевать с ними было на стадии какого-то супер хардкора. Я их убиваю, они спавнятся, я их убиваю, они снова спавнятся и бегут. В общем, это была бесконечная миссиловка, которая длилась минут 30. Ну а еще там было очень много бомжей, которые тоже пытались что-то утащить. В конечном итоге G я все-таки умудрились прорейдить полностью этот домик и забрали оттуда больше ящика ракет. Мы понимали, что в скором времени клан G я придет за нами, и поэтому укрепили оборону и ждали, когда же они к нам придут. На протяжении часа они стреляли по нам с крыши, мы стреляли по ним, и в общем ничего интересного не происходило. Они рейдить нас боялись, и поэтому я решил взять инициативу в свои руки и пошел фармить серку, чтобы вынести их. Пока клан G я рейдил, я решил порейдить их турельки, которые стояли на их территории, а так как у меня был там шкаф, я мог сделать себе вышечку. I go to Chinese Qingchong. Qingchong, Qingchong, Qingchong. Turrets off! Turrets offline, bro. Go! No! One guy inside. Shh. Just sit down here. He's on the roof. Yes. He's gonna look for you guys. Hide. I lose MP5 because of you, little rat. No. Sit here. Two guys inside. No. Oh, you dead, bro! Why you dead? What do you mean, Triple H? No!
Убежать оттуда я не мог, поэтому я решил обосноваться здесь и отстроить себе мини-кибиточку. You run away, bro? No, 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 I just built my mini-base. I'm here, bro. Where is it's she? You, it's you, it's you, okay. It's you, bro. Oh! Okay, I protect you, bro. Just stay, just stay, just stay. I have a plan. You're so gay, no, bro. Please, don't destroy my base. I wanna live here. This is my mini base. I wanna live here, guys. Don't do it. I'm good, your neighbor. Им моя кибитка не понравилась, и они даже решили ее выселить, но у них не получилось. Потихоньку я подфармливал ресурсики и наткнулся на кланового игрока, который бежал с базукой. IQ1, gear guy, with rocket launcher. I got rockets! Run, it's gonna be BM, run! I go, 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 go! Run, run, run! I got 10 rockets! Red! I'm fast as fuck, boy! Пока у меня плавилась сера, я пытался уничтожить у них турельки. Но это было сделать не так просто, так как они постоянно выходили на крышу. Hello guys, this is my base right now. I need some ammo. I wanna get a clip right now. Free clips for days, jumping with AK when I was farming selfish. IQ3. This guy so pepegas, guys. Разбить турели блочным луком у меня не получалось, поэтому я решил взять с собой ракетницу, немножко скоростных ракет и отстроить себе там вышечку. Не успел я достроить свой домик, меня начали взрывать ракетами. Почему-то мне кажется, что им явно это не понравилось, то что я тут строюсь. Ахаха, I save you! He's shooting for the peak downs. Wow! Goodbye, my friend. Oh, my game is lagging. I killed him. Unless you wanna stay on. Let's see. Ха ха ха, noobs! Ха ха ха, noobs! Nicely bitches, nicely bitches, yes? Oh nice, oh nice, go shoot me, man. One dead. I'm just royal to tourists. We get raided, we getting raided, we getting raided! Bye bye tourists, bye bye tourists! I try to destroy one more turret. Я уничтожил у них несколько турелек, и получается, путь для рейда был открыт. You wanna raid their fish farm? Fish farm? No. For fun. Content. French Toast уговорил меня зарейдить их рыболовню, чтобы забрать оттуда очень много еды. Ну и естественно поднагадить нашим соседям. Ну а для начала я решил ограбить их магазинчики. I'm inside. What? Oh nice. You inside? Yes, inside. If you get good loot, I'll come. I take it rockets.
Rockets? What? What? Come to me, come to me fast. Okay, I'm coming. Hold, need to, I'm quite far. You're dead? No, I'm dead! Well, they came back? Yes, two guys coming. Нам очень сильно повезло. French Toast запрыгнул за мной, залутал мой труп и смог убежать оттуда. То есть ограбление прошло успешно. Но мы решили все-таки забахать у них рыболовню. You know where this scene? From no. Base? No. But maybe we just get full bodies and whatever we can get. I think we're gonna die because too cold. Yeah. For us. We need it. No! Operation Sneaky activated. It's really funny when we lose this. Let's go, you first. Yeah. No, you first. We need our profit. Boxes. Guns, loads of guns, AKs. Okay, I'm coming. What? Keep going, at the very back. I got AKs. MP5? Yeah, take. I took MP5. Guns here. Do you wanna raid this real quick? Let's go. Okay, you running or do you wanna raid? Okay, let's go. No. Move. I'm just gonna double rocket. Fuck it. A couple guns here, whatever. What's here? Nothing. Anything there? Let's be ZZ! TC! Hold! I'm gonna break TC. Yes! We can see. Coming. Close. I can't. We need to break their bed. I'm dead. I killed him. Go look on me. Just I pick you up. Lock the door. I froze. Go look on my body. You got this. Nice. Awaken armor. Killed him. Nice. Insane. This is me breaking bed. Okay. Oh, it's okay. Window. Nice. It's fucking window. В этой записке написано было что-то по-французски, но, как я понимаю, тут было написано «Давайте зарейдим клан BZZ». То есть, все-таки они хотели нас зарейдить. Бро! What? I took so many fish. We have food, bro! Наконец-то мы голодать не будем. Потому что в этом клане одни какие-то прожоры играют, реально. Мы понимали, что чтобы зарейдить такую махину, нужно было знатно подготовиться. И поэтому мы решили забрать еще парочку шкафов, которые стояли впритык к их базе. Окей. Come to me. Go, rocket, I'm gonna explore. Wait. Just place it behind, because we can't... Yes. Yes, third left. Put HQ. They're so slow, man. Yeah. Потом я попытался убрать эту надпись из гирлянд, но, к сожалению, убрать ее у меня не получилось. Я даже поснимал все электричество, но оно по-прежнему светилось. Бум-бум. Очевидно, этим ребятам не понравились наши действия, и они выбегали на улицу, чтобы меня убить. I kill one more. Bro, I think this guy really so sad right now.
3 times. Ха-ха, one dead. One dead. И пока я с ними воевал, мой тиммейт отстраивал кибиточку для рейда. What is good? I'm gonna go get a ladder hatch and then bridges now. Left. Kill them. Lol. You think one box rockets is good for this base, GM? Yeah, definitely. И вот, наконец, наш клан проснулся. И мы решили напасть на наших соседей. Let's go and raid base right now, guys. Страшно ли нам было идти туда? Да, нам было действительно страшно, так как мы понимали, что мы можем проиграть этот рейд. Но мы решили попытаться. No way! You wanna go? Yeah, there is so many lights on the base, we can raise them right now. And it's wait. They already. Let's go. Good comms, good luck, and stay focused, guys. 5-5. One turret. Left turret. Yeah. Shoot it. Вы просто посмотрите, как это эпично выглядит. There, perfect. Go there. Nice. HVs, make sure you're getting them turrets. Yeah. More. Roof. Shoot him. Some people stop rocketing and cover the roof. Yeah. One roof. Pummel. Case, keep opening. Guys, more people rocketing the turrets right now. Turrets. There's no more turrets on this side. Okay, Check if there's any turrets. Get inside. I am checking. Okay, good. Keep. Wait. We're getting on the wrong place right now. Where do we rocket now? Just keep going. Same spot. That's their core. What? We're fine. Is it broken? AK turret is broken. Where's the bolty one? Oh, it's okay. Can you pick me up? It's turrets. Yeah, I'm gonna load the HP. They're in inner peaks. You're up. Okay. Как только мы прорвали оборону, началась поистине лютая дичь. Чизи, три ракета, дай мне. Я тоже. Kill another one, I think. I had hit marker. Oh, someone rockets at me. Turret dead. Can you pick me up, French those? I can try, yeah. Above it peaks. Take this instead. Here, behind you. What you want? You dead? Kill them. I found GP. How much? Two rows and a half. I have an inventory of AKs. I found box pipes, guys. В этом доме я уничтожал все, что было возможно. Ну а еще мне приходилось переносить постоянно ресурсы в нашу кибиточку. И там было настолько много ресурсов, что складывать их уже было некуда. Kill them in picks. I killed him. I'm dead. Kill them. Nice. Кстати говоря, шкаф мы тоже у них нашли и уничтожили.
Hello, hello. Hello. Say hello. Hello. Very, very, I don't know who is your builder, but this base is very strong. 40 rocket main core Luturu. Nice. Okay, guys, see you later. Goodbye. Thanks for good vibe. Просто, чтоб вы понимали, вот это все, мы забрали с одного какого-то рейда. Тут просто миллион ресурсов, миллион металла, МВК ящик, два или три ящика калашей, и ящик, наверное, или даже больше труб. Вы просто представляете, насколько можно теперь жестко шиковать на этом сервере. Это Unreal полный, Мы победили этот клан, мы его выиграли, наконец-то! Это был самый напряженный рейд за всю историю человечества, просто реально. Потом мы перенесли абсолютно все ресурсики с нашей рейд-кибитки в основной дом и ждали, пока нас кто-нибудь придет рейдить. Но, к сожалению, никто нас так и не пришел рейдить, увы. И после того, как я вышел с сервера, Тармак раздал лут каким-то бомжикам. Это был мой, наверное, один из самых тяжелых вайпов. Чтобы отснять этот рейд, я не спал практически 30 часов и все это время фермил. Но согласитесь, это того стоило. Ну а тебе огромное спасибо за то, что ты досмотрел ролик до конца, и надеюсь, он тебе понравился. Ну а клану BZZ огромное спасибо за контент. Это было действительно весело. Тармак и Смол Пипи! Окей, guys, thanks for watching, see you later!